До основной волны экзаменационной кампании осталось меньше 2 недель. 31 мая стартует ЕГЭ-2021. Сегодня на брифинге в Министерстве образования Чувашии рассказали о ключевых нововведениях и порядке сдачи экзаменов. В этом году последний звонок прозвенит для более чем 12 тысяч выпускников 9 классов и свыше 5,5 тысяч 11-классников. Для последних экзамен состоится 31 мая по географии, литературе и химии. В республике организуют 35 пунктов проведения государственных выпускных экзаменов. На каждом должны быть дозаторы с антисептиками, термометрия, социальная дистанция, плюс обязательные маски и перчатки у экзаменаторов. А вот у детей маски при желании. Кроме того, в этом году всем сотрудникам, членам госкомиссии и экспертам было рекомендовано пройти вакцинацию. Присутствие посторонних лиц. И мы не рекомендуем присутствие лиц старше 65 лет. Для них у нас действует ограничение. Насчет присутствия родителей тоже образовательные учреждения сами определяют, приглашать им родителей или нет. Мы, конечно, рекомендуем проводить мероприятия на открытом воздухе, предпочтительно. В этом году ЕГЭ будут сдавать только те ребята, которые планируют поступать в вузы. Между экзаменом предусмотрен интервал, чтобы выпускники успевали передохнуть и настроиться на следующий. Есть еще одно нововведение. В этом году форма аттестатов изменилась. Выдается пока также в бумажном формате, но ввели QR-код. Для того, чтобы исключить подделки аттестатов. Если считать этот код, то по гиперссылке можно будет узнать фамилию, имя, отчество выпускника, номер, дату выдачи аттестата, а также сведения об учебном заведении, которое выдало данный документ. С этого года введена новая награда – золотая медаль за особые успехи в учении. Она дает дополнительные преимущества при поступлении в вузы. Чтобы ее получить, придется выполнить ряд условий. Во-первых, это иметь итоговые отметки отлично по всем предметам учебного плана, получить не менее 70 баллов на ЕГЭ по русскому языку. И третье, набрать баллы не ниже минимальных по всем ЕГЭ по выбору. Наталья Мальчикова, Алина Сусметова, Александр Атяков. Республика.